«Под Эльбрусом». Этот номер со знаменитой музыкой Исмаила Семенова не случайно стал визитной карточкой коллектива, носящего одноименное название. Композиция символизирует народы, проживающие в Карачаево-Черкесии, сохраняющие свою культуру и традиции. Ансамбль «Эльбрус» – сам уже визитная карточка республики. Не одно десятилетие артисты показывают пример эталонного исполнения танцев народов Карачаево-Черкесии. Этот концерт, приуроченный столетию образования республики, не стал исключением. Отточенные движения и синхронность с умением передать в танце характер народа покорили зрителей. Жемчужина в репертуаре коллектива «Two Steps Ill» в исполнении Светланы Хубиевой и Самата Тамбиева. В этом танце величава грация горянки, сила и достоинство мужчины. Медленный танец завораживает своим волшебным узором. В нем читаются скромность, мягкость, гордость, сила – все оттенки Кавказа. Но как удается паре передать сложную палитру чувств? Полгода упорной работы предваряли танец. Заставить восхищение и замереть зал – это то, что удается сделать артистам ансамбля. Мне кажется, в любом танце очень важен подход. Насколько ты отдаешься данному делу, в конкретном случае данному танцу, настолько и будет результат. Я просто стараюсь каждый раз работать по максимуму, вкладывать все свои силы. В первую очередь это чувство гордости за свой народ и за свою культуру. Для меня это, не побоюсь этого слова, честь. Работать такой танец, исполнять. Безусловно, танцы и песни, и танцы – это часть нашей традиции, это часть нашей культуры. Без этого мы никуда, мы состоим из этого всего, поэтому это неразрывные понятия между собой. И чем больше ты это чувствуешь, чем ближе ты подпускаешь это к своему сердцу, тем легче тебе дальше работать. А на сцене разворачивалось уже новое действо. Абазинская кошара стремительно ворвалась в зал и души людей, очаровав их ритмом и точностью движений. Этот танец – наследие народа. Он давно в репертуаре Эльбруса и по-прежнему является образцом исполнения. Пляска на сцене ДК-черкеска заставляла аплодировать мастерству артистов.
наши концерты последние два года посвящены столетию образования Карачаева-Черкесии. Столь знаменательная дата. В России, в регионах, бывая в регионах России, мы с этой же программой ездим и освещаем наши эти культурные моменты. Сегодняшний концерт тоже под эгидой столетия проходит. Но тут еще появилась еще новая волна, называемая «Пушкинская карта», где дети могут посмотреть концерты любого такого ранга, правительство, президент Российской Федерации это дело поставили на хорошую волну. И сейчас могут дети спокойно ходить на концерты, бесплатно, так скажем, ну, по этой Пушкинской карте. И мы, и это у нас не первый концерт, уже они циклы проходят и еще пройдут. Я знаю, что несмотря на пандемию, вы продолжали концертную деятельность. Расскажите об этом. Да, да, мы продолжали, хотя и сложновато было. Даже у нас было вот в прошлом году, мы ездили по Поволжью, Самара, Казань, Тольятти. И были битком забитые залы. Немножко, небольшое было расслабление, чуть-чуть было расслабление там такое. Но залы были полные. И нам это было приятно, конечно. А как встречала публика? Публика, встречала, я сказал, очень доброжелательно. Овации, кругом овации были. Приятной неожиданностью стало участие юных танцовщиц из детской студии «Эльбруса» под названием «Дочери нартов». Коллектив под управлением артистки ансамбля Юлии Дауровой существует уже 5 лет. Она признается, название придумали случайно вместе с супругом. Уж очень подходила музыка, исполняемой девочками композиции под нартские мотивы. В коллективе 34 участниц. Не так давно они побывали на престижном конкурсе, где сумели стать лучшими. Дети приходят, учатся, чтобы могли красиво в жизни танцевать. Кто для здоровья приходит, кто мечтает в будущем поступить на работу в госансамбль. Все по разным причинам, но когда мы поняли, что очень много талантливых детей, и надо как-то что-то дальше двигаться, что-то делать. И мы решили создать ансамбль. И достижения, вот буквально в конце марта мы ездили в Москву на всероссийский конкурс по народному танцу и привезли гран-при. Волнение, конечно, перед каждым выступлением, тем более, если они знают, что это конкурс, еще и за кулисами стоят соперники, хоть и дети, но соперники. То есть волнение обязательно присутствует. И огромная гордость, и огромная радость, когда объявляют, что этот коллектив получает гран-при. Но каково управлять с таким количеством юных созданий? Юлия рассказывает, очень легко. Девочки все понимают с полуслова. Лучший стимул для них – мастерство старших коллег из ансамбля. Видя их репетиции, у участниц загораются глаза, растет желание совершенствоваться. Загорались глаза и у зрителей в зале при виде стремительного танца причерноморских адыгов. Лихие танцы джигитов также воодушевили присутствующих, как и девичий аварский перепляс. И, конечно, карачаевский парный танец абезык, ставший классическим. Он легко угадывается с первых секунд. Единственное, в котором разрешено касание рук. Сохранились легенды и шутки, как с помощью этого танца можно было выразить симпатию и получить согласие, или же горестный для юноши ответ. В зале зрители наслаждались музыкой и исполнением, от которого сложно было оторвать глаз. Эльбрус
уже готовит музыкальный сюрприз. Секреты пока не раскрываются, но зрители уже в этом году насладятся новой программой, которая по традиции будет сопровождаться живой музыкой.